Бука-бука-бука-бука-бука. Шоп-бука.ру. Привет, друзья! Одно из самых ярких впечатлений от последнего Игромира оставил после себя стенд PlayStation. Компания Sony сделала все возможное, чтобы привлечь пришедших на выставку геймеров. Самые ожидаемые новинки и уже вышедшие игры, ивенты и виртуальная реальность. Расскажем обо всем по порядку. Первым делом наша команда посетила презентацию главного эксклюзива консоли Uncharted 4, где показали отрывок геймплея. Хоть мы уже и видели его на E3, это не помешало в очередной раз поразиться проработке окружения и постановке сцены погони. Если вы еще не успели ознакомиться с трейлером, очень рекомендуем это сделать, вам точно понравится. Определенно одна из тех игр, ради которой стоит купить приставку, ждем ее с нетерпением. Также ребята из Naughty Dog не обошли стороной прошлые игры серии, и любой желающий мог опробовать их переиздание на новом поколении консоли. Отличный повод приобщиться к приключениям Натана Дрейка, начав с самой первой части. Из крупных проектов других компаний можно было поиграть в Assassin's Creed Syndicate и Star Wars Battlefront. К слову о последнем, на PSR Info есть сравнение настроек графики, с которым вы можете ознакомиться, кликнув по аннотации на экране. Были на стенде и игры, которые уже вышли в релиз, как, например, Until Dawn, Journey, Хроники последних дней и многие другие. Приятно удивило наличие игры The Vanishing of Ethan Carter, что в очередной раз доказывает лояльность Sony к инди-сфере. Главной же фишкой стенда PlayStation стало устройство виртуальной реальности PlayStation VR, известное также как Project Morpheus. Нам удалось сыграть в хоррор, и это было очень круто. Поначалу грань между реальностью и игрой остается отчетливой, но уже через несколько секунд экшена забываешь про все и целиком погружаешься в другой мир. Сам шлем хоть и больших размеров, но довольно легкий и легко подстраивается под строение головы. Даже если у вас плохое зрение, вы носите очки, это никак не помешает вам надеть его и насладиться зрелищем. Осталось дождаться финальной версии и пару эксклюзивов, чтобы оценить его по достоинству. На последний же день выставки компания Бука провела на сцене жаркий турнир по Guitar Hero Live для PlayStation 4, где участники получили крутые футболки, а победителю достались игровая гитара и ваучер на получение самой игры в день ее релиза. Поздравляем счастливчиков! В целом это все, чем хотелось с вами поделиться. Посмотрим, чем удивят нас Sony на следующей выставке. А до тех пор оставляйте комментарии и делитесь видео с друзьями, ведь дальше круче. Удачи, ребят!